13-летний Назар Андреянов с самого детства ходит в Центр внешкольной работы «Крылатый». Он посещает кружок кукольного театра. Узнав, что можно самому смастерить масленую и отправить ее на конкурс, мальчик приступил к работе вместе с другими воспитанниками центра. Я принимаю участие в этом конкурсе, потому что мне интересно изучать историю, традиции нашего народа. Масленица – это тоже немаловажный момент в нашей истории, в наших традициях. Вот поэтому мне интересно рассказать об этом. Ребятам потребовалась неделя, чтобы смастерить куклу. Они сшили костюмы, изготовили украшения, наполнили масленой соломой и создали руки из веников. Сейчас ребята добавляют последние штрихи. Конкурс-выставка «Самарская масленая. Гостья дорогая» проходит по 4 номинациям. Оригинальная, обрядовая, современная и эко-куклы. Жюри будет оценивать работы в зависимости от выбранной категории. Масленые должны соответствовать выбранному направлению. Каждая масленица хороша по-своему. Кто из чего ее делает? Мы сейчас можем заглянуть в интернет и сразу увидим, что и плетут в виде как корзины, и плетут масленицы для того, чтобы она потом легче горела. Вот. Потому что в конечном итоге мы ее сжигаем как олицетворение зимы, как олицетворение прихода весны. Жюри отберет лучшие работы, которые представят на главной площади города во время проводов зимы. Победители конкурса отметят ценными призами. Заявки на участие принимают до 7 марта. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.